ничего. Хотел колган мой раскроить, да? Ну давай, бери. И что, опять хочешь подождать, пока я засну? Послушайте, это какое-то безумие. Ключ бери. Бери, я сказал. Я не хотел, я не могу. Не сможешь, да? Ну тогда я смогу. Война, она такая штука, дружок, что если ты не уничтожишь врага, враг уничтожит тебя. Будь готов к этому. Ну мы же не на войне. Нет, жизнь — это война. И ты ее только что проиграл. Так подожди, давайте покончим с этим безумием, пожалуйста. Не, сперва я покончу с тобой. Ой, тихо, не надо, пожалуйста, я жить хочу, не надо. Не надо. Не надо. Хорошо, барашек веслоухий. Дам тебе еще один шанс. Выжить или умереть как мужчина? Мне нужна твоя тачка. Сотовые документы. Давай. Так, сотовые. Да, документы. Кошелек, но денег там нет. Да башни мне твои не нужны. Будем играть в войну. Войну? Ага. Войну. Правила такие. Это мое единственное оружие. Ты можешь взять из тачки все, что захочешь. Травма-то у тебя имеется, надеюсь? Поразительная беспечность. У тебя 15 минут для того, чтобы занять оборону. Играем до победного конца. Проще говоря, из нас двоих должен выжить только один. Понятно? Попробуешь дезертировать. Я зайду с тыла. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я навестил твоих родственничков? Это какой-то абсурд. Алягер, ком алягер. Время пошло. Пап, а почему мы так медленно едем? Потому что если мы будем ехать быстрее, нам придется обогнать вот эту полицейскую машину. А почему другие обгоняют? Ну, наверное, они очень спешат. Мы тоже спешим. Спешим, но не очень. Папа, а ты больше всего кого боишься? Полицейских или инопланетных монстров? Да я не боюсь полицейских. Просто там же разные люди работают, не только умные, но и глупые. А от глупых людей нужно что? Держаться подальше. Точно. Это как в древней китайской поговорке. Хочешь выиграть бой, нужно что? Избежать боя. Точно. Блин, да езжайте уже быстрее, а. А Игорь говорит, что блин — это плохое слово. И когда я его говорю, он бьет меня по губам. А Игорь, это кто? Это новый мамин друг. Это который пожарник? Не пожарник, а пожарный. А пожарник — это жук. Все время путаю. Я тоже. Игорь за это дает мне леща. Кого? Это он так подзатыльник называет. Паша, часто он тебя бьет? Ну, не так часто, как Ральфа. Господи, собака-то что ему сделала? Игорь говорит, что животным в квартире не место, а в зоопарке. Пап, они поворачивают. Ну, пошли. Что у вас сегодня на завтрак, не знаешь? Наверное, каша сладкая или сладкая. И уп! Ну?
Пап, а ты придешь же к нам сегодня на спектакль? А у вас что, сегодня спектакль? Да, Айболит. Тебе мама что, напоминала? А мам забыла, наверное. В 5 часов в актовом зале. Я специально для тебя сюрприз приготовила. Ну, раз сюрприз, тогда приду. Обещаешь? Честно, родительское. Давай, беги. Здравствуйте! Саша, привет! Привет, Артурчик. Здрасте. Здравствуйте. Я Артур, бывший муж Светланы. Она в душе. А я к вам поговорить по поводу моего сына Павла. Я не собираюсь лезть ни в чью личную жизнь, никого перевоспитывать тоже не собираюсь. Но мне не нравится, как вы воспитываете моего ребенка. Я имею в виду телесное наказание. То есть я понимаю, что строго с необходимым парень, но во всем должна быть мера. И я, как дипломированный педагог в прошлом, прошу вас, чтобы пересмотреть свои отношения по поводу воспитания моего сына. Ну, все-таки он еще ребенок. Вы согласны со мной? Я рад, что мы с вами договорились. Знакомитесь. Ну-ну. На завтрак не опоздали? Оденься. Да он что там не видел. Короче так, очки, слушай меня внимательно. Это теперь моя семья, понял? И мой тебе совет, забудь сюда дорогу. Ну, Павел, это же мой сын. Уже нет. Просто смирись с этим, иначе я тебе ноги сломаю. Здрасте. Вы меня напугали. Ой, извините, давайте помогу. Нет, не надо, не помогайте, я сама уберу. Так. Вы спичрайтер Виктора Михайловича? Угу. Меня Артур зовут. Он о вас уже спрашивал. Вы сегодня первый день на работе? Да, первый день. И он, похоже, не сдался. Меня, Эльмира.
зовут. Очень приятно. Так наоборот же, когда посуду бьешь, это к счастью. Нас сегодня ждет невероятный успех. Хотелось бы. Пожрать мне кто-нибудь сегодня принесет? Или мне службу доставки звонить? Я вас доложу. Угу. Что такое власть? Для меня это прежде всего колоссальная ответственность. И я готов ее взять на себя, чтобы верой и правдой служить во благо народу. Ведь благо народа – основной закон. Основной закон. Это не мои слова, но это мое политическое кредо. Это не мои слова, это мое политическое кредо. Спасибо, птичка. Продолжай. Я презираю политиков-оборотней. Я презираю политиков. Это... С которыми после выборов происходят удивительные метаморфозы. Лови, птица. А тебя просил маслины принести с косточками или без косточек? Ты что принесла? Маслины без косточек. Смотри сюда. Вот. Это косточка, которая чуть не была не сломала себе зубы, когда ел маслины без косточек, которые ты мне принесла. Ты издеваешься? Я заказывала без косточек. Наверное, в ресторане что-то перепутали. Ну, помни, ты откуда к нам это, приехала сюда? Из Сюриха или, может, из Женевы? Я из Мурманска. А, из Мурманска. Да какого Герасима ты не проверила? С косточками или без косточек? Ты здесь не в счастливой Швейцарии. У нас здесь бардак. Извините. Я не подумала. Виктор Михайлович, прошу прощения, что я встреваю. Просто, ну, Эльмира... Работает первый день. А это кто там вякает про первый день? А? Этот первый день чуть не стал последним для моего правого резца. Так что заткнись. Я этими зубами еще избирателем лопаться. Свободны. Ничего, скоро привыкнешь. А вы... Я зашла скачать кое-какие файлы и посмотреть на свою преемницу. Скажите, он всегда такой грубый? Все зависит от того, насколько хорошо ты умеешь делать кофе. Почему бы ему себе хорошую кофемашинку не купить? Денег жалко. Кофемашина бездушная, а Виктор Михайлович любит, чтобы на него работали с душой. Работают или? Ну, ты же все прекрасно понимаешь. Уже взрослая девочка. Вот я, например, теперь офис-менеджер. Это что, шутка? Нет, дорогуша, это жизнь. Ну, мой тебе совет. Расслабься и получай удовольствие, а? Если что, я этажом выше. Душа ему моя понадобилась. Мне стыдно за временщиков, чьи реальные дела, как правило, находятся в диссонансе с их предвыборными обещаниями. Сейчас, погоди, что с диссонансе? Это что? Это как? Я же вроде на радио выступать буду. Не в Академии наук, так? А что это диссонансы, метаморфозы? Же попроще нельзя как-то, нет? Подоступнее, народнее, а?
Ты думаешь, много умников радио слушают, которые понимают, что такое диссонансы? Ну, вообще, диссонанс – это общеупотребительный термин. Что, смешно тебе? А может, ты меня хочешь дураком выставить? Что-то умнее меня, что ли? Виктор Михайлович! Извините, я просто хотела проверить, все ли в порядке. Все в порядке. Виктор Михайлович, вы просили напомнить, что в 3 часа у вас встреча. Спасибо, я помню. Ага. Виктор Михайлович! Виктор Михайлович! Вы правы. В этот раз... У меня не получилось. Не получилось, ты будешь бабам в постели говорить. Я тебе деньги плачу. Виктор Михайлович, можно переделаю прямо сейчас? Не утруждайся. Считай, что с сегодняшнего дня твой испытательный срок закончен. Ты уволен. Вы что, серьезно? Ну а что, я на клоуна похож. Виктор Михайлович, как же зарплата? Я даже за прошлый месяц не получил. Скажи спасибо, что аванс получил. Виктор Михайлович, это несправедливо. Добрый день. Послушай, я 2,5 месяца на вас вкалывал. 2,5 месяца. У меня долги. Мне нужны элементы платить. Пожалуйста, дайте мне шанс. Я сделаю лучшую предвыборную речь. Ипотека? Ипотека, да. Вам тогда заткнись сейчас, слушай. Тут некоторые деятели, знаешь, мое фото по городу расклеили. Не самое удачное фото. Ребята уже этот вопрос решают, но тебе надо будет в штаб. Они там районный сектор разбили, людей не хватает. Значит, тут штаб тебе там все объяснят. Вы хотите, чтобы я листовки срывал? Ты все правильно понял. А почему я? Артур, вот скажи мне, я тебя о чем-нибудь просил? Вот я тебя о чем-нибудь просил? Нет. А знаешь, почему я тебя не просил? Почему? Потому что я говорю, просто говорю, а ты выполняешь. Я говорю, ты выполняешь. Понимаешь? Виктор Михайлович, ну это же не в моей компетенции. Это... У тебя родители есть? Артур? Родители? Папа, мама? Ну, есть, а при чем здесь это? Такое впечатление, что тебя на этом деревообрабатывающем комбинате строгали. Родители ведь расстроятся, правда? Что сын безработный. Да. Вот. Сделаешь? Позвони. Ну, я пошел. Артур, зачем ты работаешь на этого людоеда? Ну, начальников не выбирают. Так уж устроен мир. Все. Запас избитых фраз исчерпан. А если без избитых фраз? Если без избитых фраз, у Виктора Михайловича, конечно, хреновый характер, но блестящие перспективы. И это мой шанс быстро взлететь по карьерной лестнице. Ради каких-то там перспектив ты готов терпеть все это? А что это? Унижение. В любой работе есть плюсы и минусы. И как-то же все приспосабливаются. Нужно к этому философски относиться. А если не получается? Увольняйся. Найди себя в чем-нибудь другом. Да не могу. Пока я буду искать себя в чем-то другом, мне нужно чем-то платить за квартиру и что-то есть. Послушай, у меня тетка сдает комнату. Хочешь, я с ней поговорю, она не будет тебя торопить с оплатой. А ты можешь поговорить скорее, мне срочно надо. Ну, сейчас я побегу, но сегодня обязательно позвоню.
Спасибо большое. Слушай, а может, сегодня встретимся, обсудим все? Хочешь пригласить меня на свидание? Ну, если Виктор Михайлович не будет против. А что изменится, если Виктор Михайлович будет против? А, 18:30 внизу у носорога. Договорились. Приемная Малого. Его сейчас нет, он на встрече. Они встречаются раз в неделю. Массажист работает в салоне красоты, который посещает ваша супруга. Живет на съемной квартире в районе метро «Динамо». Иногда они встречаются у него. Более подробная информация там на оборотной стороне фотографии. Тянь, Тянь, привет. Я тебе что звоню-то? Я квартиранку тебя нашел. Как какую? Ты же сама сказала, комнату хочешь сдать. Ну вот, хорошая девушка, хочет снять. Как сдала. Слушай, тетя Ань, а можно это как-нибудь переиграть? А, понятно. Ну ладно. Да-да, обязательно. Ну давай, пока. Нет, не на этой. Там, где они вот, ну, в душе. Даже рост и вес указан. Ну, уж хотели знать о нем как можно больше. Информация о других контактах вашей супруги на данный момент уточняется. А что есть и другие? Ну, по нашим данным, есть. Исторический вопрос. Понятно. Алло, Родион, здорово, это я. Слушай, одному хорошему человеку нужно помочь. Конкретнее, красивой девушке. Слушай, короче, можно я к тебе приеду, а она у меня в однушке поживет? Наоборот, нельзя, слышь. Слушай, я тебе говорю, не моя девушка. Да почему мы с ним вместе должны жить? Ты вообще когда-нибудь слышал про помощь ближнему? Вот, это тот самый момент. Слушай, ну если кто-нибудь к тебе придет, я погуляю. Хорошо, я буду мыть всю твою посуду. Какой унитаз? Ты его вообще никогда не чистишь. Хорошо, я буду драить твой унитаз. Спасибо, друг. Слышь? Уважаемый, курить есть? Я не курю. Извините, пожалуйста, я очень спешу. Можно пройду? Кто не курит и не пьет, тот позорит наш народ. Эльмира.
Да, Виктор Михайлович. Зайди, пожалуйста, и захвати два бокала. Хорошо. Куда поставить? Сядь. Я на тебя накричал сегодня. Извини. Я вообще-то не пью. Я тоже не пью. Один. Кроме того, мы же не собираемся с тобой так напиваться. Мы с тобой должны выпить на брудершафт. А это обязательно? Конечно. Мы же должны стать друг к другу ближе. У нас должен быть более тесный контакт, взаимопроникновение, полное взаимопонимание. Давай выпьем. Ну вот. Теперь надо поцеловаться. Но... Традиция такая. Не мы придумали. Не нам менять. Нет. Знаешь... Есть правило. Из течения одного рабочего дня мне кто-то дважды говорит, нет, я увольняю. До конца рабочего дня осталось чуть меньше часа. У тебя еще достаточно времени подумать над моим предложением. Мальчик, подожди. Хочешь получить 1500? Ты что, извращенец? Нет, ты меня неправильно понял. Мне нужны все твои листовки. За 1500 штукаря? Ага. Они тебе зачем? Очень нужны. Нужны? Ага. Продашь? Ага. Только за 500. Что? За 5000 бумажки? Так, не торгуйся, ты не на базаре. Мальчик, ты мне не груби, я не твой отец. Я тебе не мальчик. Вошляешь или я порулил? Подожди, подожди. Вот. Это все, что у меня есть. Ладно, давай. Часы есть? Есть, только я их тебе не отдам. Обоссаться, как смешно. Время сколько? Черт! Доктор пришил ему ножки. И зайка прыгает снова. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать. И смеется она, и кричит. Ну, спасибо тебе, Айболит! Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Это вам телеграмма от гиппопотама. Приезжайте, доктор, в Африку скорей. Спасите, Татьяна Васильевна. А можно я вначале другой стишок расскажу? Можно? Он короткий. Ну давай, если короткий, давай. Thank you.
Паш, ты что, забыл? Я ничего не забыл. Паша, Паша. Извините. Давай. Смотри. А, поиграй в планшет, пожалуйста. Отъедьте за угол. Я сейчас. Ты что творишь, а? Ты же ему обещал, что придешь, а сам даже не появился. Я же появился. Какое счастье. Слушай, у меня было много работы, и я был вынужден задержаться. Пашка из-за тебя спектакль сорвал. Знаешь, как он плакал? Дай с ним поговорю. Нет. Что значит нет? Нет, это да наоборот. Свет, все нормально? Да, все в порядке. Подожди меня в машине, пожалуйста. Он мой ребенок, точно так же, как и твой. Ты видишься с ним раз в неделю и не можешь вовремя приехать к нему на спектакль. Он тебе не нужен, ты ему и подавно. Это не тебе решать. Да. Ребенок живет со мной, я о нем забочусь, и я его содержу. А от тебя он пока не получил ничего, кроме твоей наследственной близорукости. Когда мне выплатят деньги, я все отдам. Да? Ну вот тогда мы и поговорим. Ну подожди. Ну дай мне минутку. Нет! Что ты от меня хочешь? Чтобы ты исчез. Я не исчезну. Я не исчезну! Пожалуйста, а вы меня не подвезете? Извините, но я очень спешу. Подождите, подождите, у меня тут вот сейчас начнется. А я тут роддом недалеко, но я боюсь, сама не дойду. Вот за долгостроем. Ой. 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 Давайте. Еще ехать. Ехали, тормози. Тормози, я сказала. Деньги давай. Не трепи нервы беременной женщины. Ну? Ну что, правда беременна? Беременна не бывает. Это что, все, что ли? Извините, но меня уже сегодня грабили. Я сейчас твоим остроумием весь салон запачкаю. Там есть кошелек для мелочи. Мелочь оставь себе. Мам, как ты этот кредит будешь возвращать? Да, я нашла работу, но, мам, я сама хотела у тебя занять. Да нет, все хорошо. Да нет, нормальная работа, обычная, мам. Извини, мне надо бежать. Пока.
знал, что передумаешь. Я вообще-то жду не вас. Ты знаешь, что это судьба? Извините, пожалуйста, а вы не видели здесь девушку такую симпатичную, светленькую, в красном? Здесь таких симпатичных за день знаешь, сколько мимо ходит? Вы меня неправильно поняли, она вот около носорога должна была стоять. Ушла? Давно? Минут пять. Черт. Имущество вот портить не надо. Извините. Работа, блин, а сплошной стресс. Алло, Виктор Михайлович. Здравствуйте, это Артур. Я выполнил ваше поручение. В моем секторе листовок больше нет. Виктор Михайлович, извините, что беспокою вас по такому пустяку, но для меня это очень важно. Вы не могли бы мне дать телефон Эльмиры? Это не справочное бюро, ты понял? А, понял. Извините. Пришли сюда. Тут под меня кто-то очень серьезно копает. В завтрашней газете статья выходит, точнее, уже вышла. Статья на целую полосу. Вот добрые люди сказали, что там про меня такого понаписали, что мной теперь только детей пугать. Ты понял? Эльмира, тут выяснилось, что номер завтрашний в продаже будет уже через полтора часа. А вы хотите, чтобы я привез вам эту газету? Угу. Хочу. А куда? На дачу привезешь. А, на дачу? Угу. Виктор Михайлович, а может, я вам по интернету пошлю? На сайте? Эту газету только завтра выложат. А мне эту статью сегодня переварить надо, чтобы понять, откуда там уши торчат. Ты все понял? Адрес скину. Ах, хорошо.
Здрасте. А вы мне не поможете? Просто колесо спустило, открутить не могу. Гайка к шпильке прикипела. А, наверное, я уже и так, и сяк, и получается, сил не хватает. Может, у вас получится? Ну, а ты мне помог? Я от самой станции иду. Ни одна сука не остановилась. Все мимо едут. Да я просто задумался, не заметил. Ну, думай дальше. А давайте вы мне поможете, а я вас довезу. Слава богу. А я думал, в лесу уж ночевать буду. В каком лесу? Ну, в этом. А что, разве лес? Ну, заблудиться здесь, конечно, нереально, но формально лес. Сгинуть можно везде, это как раз не проблема. Запаска где? Сейчас. Сегодня не мой день. Все кубарем. Спасибо, не курю. Бросил, что ли? Ну, у меня вообще-то... Я с детства не переношу табачный дым. Завидую. У нас прапор был. Бабник страшный. Ну, именительный к тому же. Ну, как-то он зевнул, и его комар за язык цапнул. Он сначала внимания на это не обратил, а потом чувствует, вроде язык чешется. Но он все думает, сифон. Пошел в КВД, и пока ему медсестра анализы с языка соскабливала, он с ней познакомился. Ну да, потом через неделю трипером от нее заразился. Вот это я понимаю. Не повезло, да? Да. Чё-то я на чём-то сижу. О. Ну-ка, дайте мне. Дайте сюда. Дайте, дайте. Виктор Михайлович его убьёт. Ты чё? За дорогой следи. Это всего лишь газета. Не парься. Просто здесь статья про моего шефа. Это вот это шеф, да? Угу. Ну да, вид, конечно, не ахти, но буквы-то прочесть можно. Пожалуйста, положите ее в бардачок. Пожалуйста. Вот. Вот это я называю настоящий шашлык. Они пропитаны уксусом субстанции. Это же как женский бокс. Аксиомарин, живой труп. Ну, ты не понимаешь, диссонанс. Аж руки. Отрубать надо, а потом ноги. И голову срезать тем, кто шашлык в уксусе маринует. Согласны? Честно говоря, я в этом ничего не понимаю. Это правильно. Это не должно.
Тебе мужское занятие. Закон гор. А сам ты чем занимаешься? Предвыборные технологии. Тексты пишу, статьи всякие. А, так ты писатель? Ну, типа того. А меня вот комиссовали по контузии. Еду теперь домой. Сам-то в армии служил? Нет, у меня близорукость. Откосил, значит? Не, ну, правда, со зрением проблема. А что ты оправдываешься? Чувствуешь хвостик мокрый, да? Я не оправдываюсь. А вот сейчас ты что делаешь? Давайте поедем молча. Ты рот мне не затыкай. В конце концов, это моя машина, и правила устанавливаю здесь тоже я. А вот это ты зря. Не надо было тебе на меня наезжать. Я не наезжал на вас. Опять оправдываешься? Я не оправдываюсь. Слушай, земляк, а ты случайно не это, ну, не того, а то музычка у тебя какая-то тут. Чайковский, небось? Вивальди. Всего одна тусовка. Что значит одна тусовка? Ну, когда один мужик другому мужику, черти знает куда, везет газету среди ночи. Думаете, мне охота везти ему эту газету? А зачем ты ему везешь? Ну, он мой шеф, я работаю на него, вот и везу. Так. Попросил. Стоп. А если бы он попросил, ну, например, поцеловать его в копчик? Это некорректный вопрос. Зато конкретный. Насколько ты готов прогнуться? Послушайте, это очень относительный вопрос, и все не так просто. Не-не-не, все очень просто. Либо ты мужик конкретный, либо... Жизнь, к счастью, состоит. Не только из черного и белого. Ну да, еще из голубого состоит. Послушайте, вы сели в мою машину, без спроса закурили, выключили мою музыку. Теперь делаете эти оскорбительные намеки. Вы что себе позволяете? Не ори, не в театре. А то ведь я так шибану, что Рембрандта от Рубероида не отличишь. Воспринял искусствовед? Поехали. Выходите. Понял. Выходите из моей машины. С какой стати? Потому что я вас дальше не повезу. А как же наш уговор? Выходите. Вот что значит договариваться с полупокером. Так, не надо в моей машине курить. Так вы что делаете? Отдайте! Так, садись, поехали, пока я тебе здесь твоей тачкой не спалю. Хватает женской руки. Ты горы любишь? Мне больше нравится море. За тебя, любовь моя.
Море тоже хорошо. Но горы – это… Лучше гор могут быть только горы денег. Че не пьешь? Можно мне тоже покрепче? Колган мой раскроить, да? Ну, давай, бери. И что, опять хочешь подождать, пока я засну? Послушайте, это какое-то безумие. Ключ бери. Бери, я сказал. Я не хотел, я не могу. Не сможешь, да? Ну, тогда я смогу. Война, она такая штука, дружок, что если ты не уничтожишь врага, враг уничтожит тебя. Будь готов к этому. Ну, мы же не на войне. Нет, жизнь – это война. И ты ее только что проиграл. Так, подожди, давайте покончим с этим безумием, пожалуйста. Не-не-не, сперва я покончу с тобой. А, тихо, не надо, пожалуйста, я жить хочу, не надо. Не надо. Не надо. Хорошо, барашек веслоухий. Дам тебе еще один шанс. Выжить или умереть, как мужчина? Итак. Мне нужна твоя тачка, сотовые документы. Давай. Так, сотовые. Документы. Кошелек, но денег там нет. Да башли мне твои не нужны. Будем играть в войну. В войну? Ага, войну. Правила такие. Это мое единственное оружие. Ты можешь взять из тачки все, что захочешь. Травма-то у тебя имеется, надеюсь? Поразительная беспечность. У тебя 15 минут для того, чтобы занять оборону. Играем до победного конца. Проще говоря, из нас двоих должен выжить только один. Понятно? Попробуешь десертировать. Я зайду с тыла. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я навестил твоих родственничков? Это какой-то абсурд. Алягер, ком алягер. Время пошло. Я не исчезну. Алло, девушка!
Какого дела, Симонат? Вы меня извините, ради бога, за неудобство. Мне вам дом надо. Тебя кто послал? Спасите меня, за мной кто-то псих гонится, убить меня прошу. И передай своим, что Трофимов землю не продает, чтобы мне дать. Меня убить хотят. Мне жизнь спасите, пожалуйста. Ищу, кто дом подсельствует, завалю. Полицию вызовите! Вызовите полицию, я кто разбил? Я все разбежу, но пускай меня заберут. Пожалуйста, у вас телефон есть? У меня сайга есть. Я тебе сейчас покажу, гад, как стекла бить. Я тебя сам без милиции. Я сейчас пса спущу. Посмотрим, как ты запрыгаешь. Такую страну просрали. Он мой. Эй, искусствовед! Походу, ты проиграл! Искусствоведишка, ты где? Тихо. Брось нос. Ну, бросил. И что? Неужели ты будешь стрелять в безоружного человека? Я непременно буду стрелять. Так, документы. Включай машину и телефон. Быстро! Не вопрос. Вот твои документы. Быстро! Стоять! Ключи в замке зажигания. Стоять! Стоять, я буду стрелять! Стрелять, да? А ты умеешь? Если еще пошевелишься, я буду стрелять! Я выстрелю! Не играй с чертом, ладушки! Давай покажу, как им пользоваться. Алло, Родион, привет. Ты случайно не умеешь обращаться с карабином Сайга? А кто компетентен? У тебя есть его телефон? Алло. Валерий Константинович, извините, что я вас так поздно отвлекаю. Это Артур. Мне ваш контакт дал наш общий знакомый Родион. Он сказал, что вы умеете обращаться с карабином Сайга. Нет, убивать никого не надо, но просто мне нужно срочно научиться из него стрелять. Это не розыгрыш, вопрос жизни и смерти. Валерий Константинович. Валерий Константинович, быстрее, пожалуйста, куда рычажок? Вверх или вниз, я не слышу. Как, говорите? Куда рычажок? Вверх, вниз, вниз. Благодарю вас. До свидания.
Да, Виктор Михайлович. Сильно занят? Оторвал от каких-то важных дел? Ну, извини. А почему ж ты тогда трубку не берешь? Виктор Михайлович, я как раз собирался вам звонить. Знаете что, Виктор Михайлович? Эльмира, твое имя напоминает мне горы. Памир, Памир. Эльбрус. Одновременно. Что вы сказали? Эльмира? Нет, я не тебя. Если ты думаешь, что мне больше заняться нечем, как только ждать, когда ты соизволишь. Ради каких-то там перспектив ты готов терпеть все это? А что это? Унижение. Насколько ты готов прогнуться? Пошел вон из моего дома! Считай, что мы поменялись с тобой местами. Теперь я буду говорить, что тебе делать, а ты будешь выполнять. Хочешь?
Я хочу, чтобы ты почувствовал себя в моей шкуре. О, это то, что надо. Какая? Ты что, ты? Ты больной? О! У тебя что, совсем крыша съехал? Знаешь, в той статье, которую ты меня попросил привести, есть интересный подзаголовок. Известный бизнесмен развивается между левыми и правыми. Не делай этого, я тебе говорю, ты что делаешь? Слушай, а ты что думал, а? Всю жизнь будешь гнать по встречке с включенной мигалкой. И такие, как я, от тебя будут шарахаться? Да вы достали уже! Подожди, подожди, да! Стой! Ты стой, ты подожди, ты! Я знаю, я понял. Только, я только, чтобы я извинился, я извинюсь. Я только ты, выключи это, вот эту штуку. Так. Извини. Я был неправ. Развяжи. Туалет хочу. Блин, я сука, виски выпил. Ну, я тебя по-человечески прошу. Ну. По-человечески меня просишь. Поздно ты со мной по-человечески заговорил. Я 3 месяца на тебя вкалывал, и все это время ты только и делал, что оскорблял меня и унижал. А теперь ты хочешь передо мной извиниться? Теперь извинениями не отделаешься. Вот статья. Вот, видишь, которую ты просил меня привести тебе. Так вот, эту статью тебе сейчас придется переварить. Причем в прямом смысле этого слова. Сейчас будешь жрать ее. Открывай рот. Рот открывай! Э, ты что? Ты что, заснул, что ли? Сердце. Сердце, таблетки там. Быстро, можешь. В стакане у водительского кресла. Нитроглицерин. Круть. Стакан. Быстрее. Здесь, нас буду положить. Быстрее. Хотел поменять со мной местами. Прошу.
Твоя секретарша видела, как я сюда пришел. Так что ты мне ничего не сделаешь. Моя секретарша видела, как ты ворвался в мой дом с оружием. А еще твоя секретарша скажет, что ты ее пытался изнасиловать. Доказательств. Хотя не об этом думать надо сейчас. Тебе надо думать о главном. А я пока расскажу тебе, как все было на самом деле. Ты ворвался в мой дом и, угрожая оружием, привязал меня к стулу. Потом ты спустился сюда, в гараж, подошел к машине, открыл дверь. Завел мотор. И когда мне удалось развязаться, ты был уже мертв. Задохнулся выхлопными угарными газами. А зачем мне заканчивать жизнь самоубийством в твоем гараже? А потому что ты больной на всю голову. Как тебе такой финал нашего театрализованного представления? Не верю. Застрелиться удобнее. Скажем так, покойник не переносил вида крови. А теперь ты. Ты чувствуешь то, что чувствовал я. Но я доведу это дело до конца. А ты не смог. Знаешь почему? Да потому что ты травоядная. А мы, хищники, нас меньше. Но именно мы диктуем свои правила вам, тупому рогатому скоту. Козел ты, а не хищник. Видимо, я все-таки оказывал сопротивление, когда ты меня связывал. Душно становится. Пойду свежим воздухом дышать. А ты здесь полежи пока. За тобой придут. Только тебе это будет уже глубоко безразлично. Тоже к нам сегодня на спектакль? Я специально для тебя сюрприз приготовила. Ну, Павел, это же мой сын. Уже нет. Просто смирись с этим, иначе я тебе ноги сломаю. Дай с ним поговорю. Нет! Что ты от меня хочешь? Чтобы ты исчез. Я не исчезну. Я не исчезну!
возвращаться. Плохая примета. Извините, я просто сумку забыл. Ах, если б знал, как я рад тебя видеть. Увы, не могу ответить вам тем же. Ау, где ты, рыцарь благородный? Выходи, пока твоя принцесса коленку не прострелил. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я стрелять. Да здесь я! Отпусти. Я не знаю, насколько счастливы вы жили, но умрете вы у меня в один день. Мне свидетели не нужны. Да не грусти, что ты? Слушай, а можно один личный вопрос? Напоследок. Валя! А тебе твоя жена не рассказывала, что когда ты уезжал, я с ней... Что ты с ней? Ты ее трахнул, да? Она кончила феерически. Не может быть! Два раза. Офигеть! Я тебе говорю. С ним она вообще не кончает. Да ладно, не гони. В офисе об этом все говорят. Ничего, она с тобой не кончает. Да, да, представляешь? Заткнись, ты! Она вообще бомба! Я даже шпили не шпили! Да кто я только не драков! Если бы я была мужиком, я бы тоже... Серёж, ты заткнись, ну ты! Что, заткнись. Как? Не знал! Все, молчи, я... Эльмир, регистратор принеси. А теперь слушай сюда, хищник. Если завтра со мной или с ней что-нибудь случится, ты тут же станешь звездой Рунета. Ты же сам нечаянно включил регистратор. Я думаю, твоим избирателям это очень понравится. И не заставляй меня быть хищником. Поверь, этого совсем не хочу. Пошли. Зачем к нему приехала? А кто меня учил? Все как-то приспосабливаются. Смотри на это философски. Мне всегда говорили, педагог из меня никакой. А это правда? Что? Ну, насчет тебя и его жены. Да нет, конечно. Я ее один раз видел. Красивая женщина. А ты-то откуда все про нее знаешь? Да не знаю я ничего. Нам на лекциях по психологии про такие браки рассказывали. Похоже, все правда. Ты не понимаешь с первого раза, да? Игорь, кто там? А это ко мне. По работе.
Вообще-то я пришел к своему сыну. Ну, если ты по-хорошему не понимаешь шорского языка, придется объяснить по-другому. А это ты по-хорошему не понимаешь. Ты успокойся, тихо, тихо. В коридор пошел. От тебя требовалось несколько минут внимания, чтобы ты меня выслушал. Неужели так трудно выслушать человека? Говори. Или ты сейчас позовешь моего сына, или... Или что? Тебе придется меня убить. Ты что, под наркотой, что ли? Не сомневайся. Карабин заряжен. Бери, я сказал. Давай-ка вали отсюда по-хорошему, пока не передумал. По-хорошему не получится. Ну или хочешь, пошли во двор. Там гаражи, тихое место, никто не увидит. Ну давай, там убьешь меня. Что, страшно? Боишься? А я не боюсь. Если еще раз ты хоть пальцем тронешь моего сына, я тебя убью, понял? Ну тогда тебя посадят. А тебя положат и закопают. Дело. Я хочу поговорить со своим сыном. Он в постели уже. Это много времени не займет. Игорь, что происходит вообще? Тихо, тихо. Все нормально. Паша, сынок. Привет! Привет, мой хороший. Привет, Райф. Привет, сына. Привет, Мурда. Ну? Жалко, что ты не пришел к нам на концерт. Сынок, прости меня, я не смог. А что у тебя в носу? А это кетчуп. О, морда. А можно я прямо сейчас? Паш, что прямо сейчас? Ну, этот стих расскажу, он короткий. Давай. Вот бы скорее настала суббота, папе не надо идти на работу. Он бы приехал ко мне и тогда, жаль, что сегодня только среда. А календарь все страницы листает. Папочка, как мне тебя не хватает. Ух ты, мой хороший. Паша, а ты не против, если Райф у меня пока поживет? А я смогу его навещать? Ну, если мама позволит. Ну, разумеется.